Этой девочке 17, она думает, ей можно раздвигать ноги в прихожей. Юзать снег, но осторожно, она думает, ей можно курить ставщик у знакомых, не бывать ночами дома. Она думает, ей можно. Этой девочке 17, ее никто не понимает. Она выложила фото в старых венцах, худи, трэшер, ей к лицу. Она не хочет в институт, ей это точно ни к чему, ни к чему. Она хочет жить в Милане, одеваться в модном доме, кучу лайков в инстаграме. Она хочет, чтобы все они узнали.